Жители Андроповского района, избившие главу села Солонодмитриевского, получили реальные тюремные сроки. Приговор обвиняемым вынес районный суд. Нападение случилось 27 января этого года возле здания сельской администрации. Двое молодых людей дождались выходившего с работы Николая Пелехова, начали его оскорблять, а затем нанесли несколько ударов кулаками и ногой в лицо. Следствие установило, что один из нападавших был в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил каждого из подсудимых более чем к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.